Сейчас я покажу дорогу от моря до отеля Sunrise. Здесь совсем рядом. Первая береговая линия. Переходим через вот такой вот мостик. Здесь созданы такие искусственные шалаши. Прикольно. Здесь даже уточки плавают какие-то интересные, рыженькие. Сейчас их не видно. На территории Sunrise и Starlight, они как-то рядышком расположены. Всего 11 бассейнов. Есть аквапарк, я вам его покажу позже. Прямо вот здесь, вот возле моря, можно взять пляжное полотенце. Ну вот, я буду сдавать. Оба-на, прием полотенец до обед. Поэтому я не сдам, понесу в номер. Так, далее, вот один бассейн, вот это, вот тыльная сторона отеля Sunrise. Здесь на пляже бар, можно взять что угодно, соки, напитки. Там далее есть ресторан. Здесь очень красиво, постоянно играет музыка. Вот такой двойной отель Starlight Sunrise. Кругом пальмы. Вот такая вот красота. На территории какие-то эвкалиптовые растения, потому что очень сильно пахнут. То есть у кого проблемы с дыханием, я думаю, здесь можно даже подлечиться. Есть вот такие указатели. Очень много растений, которых я просто не знаю. Даже цветы видела на пальмах. Вот здесь очень сильный запах. Я даже не могу понять. Нет, это не это растение пахнет. Наверное, вот это что сверху. Тут какие-то вот листья, плоды даже есть. А вот такие вот отдельные бунгалки. В них жить круче, наверное, чем в номерах. В каждом из бунгало есть кондиционер. Ну, мы его сейчас не включаем, зашторены окна. Вот это вот отель Sunrise. С этой стороны вот указатель на ресторан, есть указатели, вот там можно зайти на ресторан. Очень много людей, я так понимаю, не одна тысяча человек. Вот идет, похоже, фотограф и аниматор. Нет, не аниматор, а попугай. Какой красивый попугай у нас. Да, это кто? Это? Это кто? Это видео. Это видео. Давай фоткаться. Другой раз, спасибо. Пока. Видели, за деньги есть фотографы профессиональные. Так. Вот это мы вышли, вот такая красота. Все фотографируются, снимают видео. К бассейну. К бассейну. Где-то тут должен быть слоник. Так, вот это Sunrise. Территория такая, что, если честно, можно запутаться. И, если честно, я постоянно и путаюсь. Наша бунгало 2101. Возле нашего помещения бунгало вообще растет. Опять этот запах. Фитнес-центр, шопинг-центр. Растет. Сначала мы думали, что это апельсин или мандарин. Оказалось, что это растет фрукт, который называется грейпфрукт. Мы сняли, разрезали, он почти готов. Вот это такие лягушечки. Вон, видите, растут цитрусовые. На пальме, или что это как растение называется, вот такой вот растет цветок. Очень красивые бархатцы, ни одного сухого листочка. Я показываю, в каком бунгало я живу, куда я иду.
Вот отель, вы видите, Sunrise. Вот такие машинки едут в определенное время и доставляют людей. Вот это наша бунгало, наш номер. Ну вот я шла, медленно разговаривая, рассматривая все вокруг от моря 5 минут. Вот я вам покажу сейчас наше растение. Вот это, я так понимаю, лимон. А вот это, как я вам и сказала, грейпфрут. Вот они такие большие. Вот они так растут на деревьях. Там прям их очень много. Вот. Очень красиво. Очень все классно. На номерах указано, где, что и как. Постоянно путаю свои номера. И вот я пришла к своему номеру 2101. Что хочу сказать, что номер открывается карточкой. Так. Вот это такая карточка. За потерю карты, если потеряешь, нужно платить 10 евро. Нажимаем. И заходим в свой номер. Такой у нас двухместный номер. Вставляем карточку, загорается свет. Номер уже сегодня, видно, убирали. И вот такой классный номер. И еще даже с бассейном. Приятного вам отдыха, если приедете в этот отель.